поздно. Всем войскам отступить к дамбе. У меня есть план. Разрушайте базу. Это теперь единственная возможность остановить GLA. Ребятки, приветствую всех на канале Роли Гейм Онлайн, с вами Росси, мы продолжаем играть в Генералы, это третья миссия за Китай. Итак, в общем, ситуация очень у нас плачевная, как вы видите, другая ячейка террористов в провинции отогнала армию Китая, мы были к этому не готовы, мы получили очень важное задание, нам нужно разрушить дамбу. Знаете, как говорится, в любой непонятной ситуации разрушай дамбу. Этим мы сейчас и займемся. Так, а пока мы разрушаем дамбу, или мы ее не разрушаем? Мы разрушаем ее или нет? Да, все-таки разрушаем. Подождите, может мне ее не надо было разрушать? Или надо? Все-таки надо было. Это была ужасная битва, но ей пришел конец. С разрушением дамбы падает уровень воды. Если уровень воды упадет достаточно низко, они смогут пересечь реку. Мы должны построить как можно больше войск, прежде чем GLA пересекут реку. Так, как я понимаю, наши войска выиграли нам немножко времени. И это уже хорошо. И это уже хорошо. Так, но нам все равно тут наваливают. Нам все равно здесь наваливают, ребята. Задавил нашего этого. Задавил он просто. Сволочь. Убийца танков здесь, уже хорошо. Давайте сейчас займем оборону. Так, пока мы займем оборону, давайте строиться. Согласен. Так, у нас есть, короче, специальный агент, Черный Лотос. Это хакер китайский, который может воровать, захватывать... здание, технику может взламывать и так далее. Мы, думаю, потом его услугами воспользуемся. Пока надо нам немножко будет защититься. Так. Будет вот так. Здесь надо будет закрыть им проход. Дракон проснулся, это главное. Ребятки, если вы еще не подписались на канал, обязательно это сделайте. Оставьте комментарий, поставьте лайк, дизлайк. Проявите активность. Это всегда очень радует, и ты понимаешь, что ты делаешь это не зря. Также заходите на Patreon, если есть возможность поддержать копеечкой. Всегда буду рад. Разные плюшки для разных уровней. Ну, думаю, что я вам рассказываю. Так, значит, машинка одна есть, мало. Хочу еще одну. Здесь хочу чуть-чуть еще одну. Сюда. Так, тут этот готов. Че бунки, че надо? Казарма. А, ну давай казарма, ладно. Так иди. Так и быть, так и быть. Казарму сейчас еще поставим потом. Аэропорт у нас появился. У нас большие планы. Давайте вот где-то здесь. Как закончу, будет хорошо. Самолеты Китая — это классная тема. Сэр, GLA скоро смогут пересечь реку. Давайте приготовим им теплую встречу. Постараемся, постараемся. Бункер.
Давай здесь. Сделаем вот так. Так, тут я все прокачал, что хотел. Пробьете, пробьете. Чего, не хватает денег? Сейчас будут деньги. А что ж ты не хочешь нигде его ставить? Давай здесь. Где? Блин, что-то я приблизил сильно. Ага. Я не там ожидал. Давите, давите, давите их. Моя вина, не там вообще начал строить оборону. Дави их, просто дави. Вот что делает великая китайская техника. Так, есть. Обязательно нужно исследовать вот это вот. Так, здесь, значит, бункер. Мало машинок, мало, ребята, еще давайте. Мало денег. Китай щедрый, но денег мало. Модернизация завершена. Отлично. Давай. Будешь нашими глазами. Так, миги. Блин, 1200, цена пока кусается, подождем немножко. Такой один, одинокий танчик грустит. Деньги, 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 деньги. Бабки, 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 бабки. Будет отлично, как закончишь. Давайте сюда сразу. Так, кто-то там уже наш стреляется с танком, причем. Ну как стреляется? Он стоит, точнее сидит. Сейчас мы ему подможем. А наш танк ему нормально наваливает. Готов. Давайте туда. А-а-а. Интересно, это здание выживет? Думаю, выживет, но... Не знаю, у нас там, по идее, уже есть ракетчики, они должны, блин, издалека валить. Блин, вроде три машинки ездит, а денег нифига нету. Так, надо теперь, как в прошлой серии, не затупить, а поставить именно военный завод, а не вторую базу. Это будет долго. Это будет долго. У меня большая пушка. Вражеские танки там. Я не спорю, у тебя большая пушка. Так, построил, хорошо. Тут поставим в помощь. Жалко, что бульдозер не может чинить технику. Повторяю там нашу цель. Я ее помню. Что там есть места у вас? Хвала Буди. Ваша богадельня. Как раз сюда еще закинем пару человек. Так, все, теперь.
Обратил внимание, что хватает денег. Только что наш этот захотел потанчить наш бульдозер. Так, давайте разведаем, что тут есть вообще. Ага. Танк, который патрулирует. И вон, вижу, есть еще одно место добычи ресурсов. Брошенный трактор. Можно было и не строить твой. Вот тебе работа. О, бомбардировщик на связи, да? Давай. Ну интересно, лупанес одного залпа или нет? Ставим ставки. Нет, не лупанул. Эти не хотят ни хрена. Придется вас подводить вот так. Нас вы не понимаете. Раз вы не понимаете, придется вас так подводить. Так, все, короче, в самолетах я разочаровался. Я что-то считал, что за один залп они уничтожат. Они нифига не уничтожили. Мне нужен солдат. Один, так сказать, доброволец. Это будешь ты. А, о, так у нас тут и вышки есть. Я не понимаю, почему они сами не атакуют. Почему им надо их, блин, как упрашивать прям. Отличное место. Идите, блин, не знаю, держите. Не доехал, хорошо. Охраняйте. У нас тут оказывается прям под боком куча... Куча всего. И вышки есть, и блин. Так, танки, танки, танки. Вот так. Давай, захватывай, защитник мира. Так, есть у нас, значит, миги. А ну-ка посмотрим. Да, не успел. Не успел. Залазьте, вы мне вообще, короче, не нравитесь. Не, ну, так, в принципе, еще нормальненько. Что находится внизу, интересно, да? Пойти глянуть, посмотреть. Так. Захватили. Войска собираем. Давайте, а вы, короче, на прогулку гляньте, что там вообще происходит. Ух ты, это прям серьезный врыв. Разбили мой трактор. Ну почти. Короче, внизу ничего нету. Нет, есть еще одна. Док снабжения еще один есть. Здесь больше ничего такого нету. Может, еще какую-то вышку можно захватить. Ну так, чисто случайно.
Да, ничего нету. Террорист. Вот ему не дали добежать. Постреляете уже, что ли? Ну все. Танк их разбил, их хлобуду. Теперь давит их. Ну, сами это заслужили. Ну, это, знаете, почему так, ребята, происходит? Потому что они просто стоят. Потому что они просто стоят. Да, все, тут тоже ничего нету. Значит, можем сделать вот так. Где тут у нас был один? Я понял, что тут надо делать, наверное, упор в самолеты. А, все. Взяли этот трактор. Назови сюда. Значит, собираем тогда армаду и идем им наваливать. Солдаты бегут. Аэродром строится. Еще, значит, 4 мига. Чего? А, ну да, тут же огонь они. Там я по своему огню, кстати. По поводу огня. Вот так. Где у нас там танковый завод наш? Улучшим. Ага, уже едут. Не успел. Не успел. Так, ты приехал. Центр снабжения. Здание закончено. Раз, два, три. Что там по исследованиям? Долго. Так, есть у нас, значит, это будет отряд 2. То будет отряд 1, а здесь у нас будет отряд 3, когда появятся деньги, конечно. Ладно, давайте немножко потанчим, посмотрим. Разведаем, так сказать, для наших... Для нашей авиации обстановку. Защищайте, защищайте. Ну что, только... Я понял. Только что-то, короче... Не знаю, как-то они так залетели по-странному. Ладно, этих колечек возьмем третьим. Ну, они за раз не сносят. Да, они пока... Нет, все, всех там спалили. Да. Стволы вращаются. И это еще хорошо, что у них нету возможности сбивать наши самолеты, типа там стингеры, вот этих у них есть, типа как башни, которые их защищают. Я вас понял.
Воюйте до конца, вы воины Китая. Не вижу даже, куда можно использовать свой вот этот огонь на подавление. Классная ж тема. Ну, я имею в виду вот этот. Заградительный, точнее, огонь. Так, там войска еще делаются. У меня такой голос, как будто у него запор, блин. Трехлетний. Так, у меня где-то тут была... А, чинилку я не проучил. Ай-яй-яй, как жалко. Жалько, жалько, жалько. Вперед туда. Так, тут у нас деньги добываются. Здесь добываются. Так, а вы у нас бесхозная, да? На четверочке тогда будете. Тут... Тут все. Отлично. Они разрядили здание. Даже боюсь представить, почему они так сделали. Я понял, без пехоты здесь никуда. Денег миллион, я могу всех купить. Зачем им воевать с Китаем, если мы можем их просто купить? Вот эти ракеты, которые они запускают с танков, блин, это серьезная тема. Дайте мне хоть посмотреть, блин, где они там стоят. Блин. Туда, что ли? Ага, ага. Блин, не туда немножко, ладно. Я понимаю, что это их база. А у них тут база, ого-го, какая. Тут база. Всем базам база. Даже... Да. Будем тогда так их мочить. Надо разбить им вот... А, вот и стингеры. Подразделение потеряно. Вот и стингеры. Ладно, собираем войска опять. Благо денег хватает. Че, тут все вернулись? Ну, есть подбитые немножко. Ладно, короче, я понял, что мы эту миссию будем выигрывать авиацией. Тут они строить не хотят. Хотя Китай щедрый, почему бы не построить? Собираем пока.
Хорошо, что там хоть толковые ракетчики. Так. Блин, ну что? Придется их отрезать от снабжения. Что же делать? Я сначала думал их лотосом захватить, но... Видно, не судьба. Надо пользоваться преимуществом. Наше преимущество — это в данном случае авиация. Может, еще все и выгорят. Сейчас второе звено должно их будет забрать. А третье звено сейчас куда-то вообще не понравилось. Ну, догоришь? Это жесть. Это жесть. Самолеты тупо по КД летают. Хорошо, это я разбил. А тут они вовсю пошли, короче, штурмовать базу. Блин, приходится вместе со всеми этими ребятами вырубать и мирное здание постройки. Видишь, что приходится делать. Придется их так выцеплять. Так, у нас там еще одно звено готово, новое. Ну, все-таки согласитесь, для игры 2003 года очень красивые эффекты. Ну красиво же, согласитесь. Блин, это чертовски красиво. Они опять носят, я вижу. Они опять носят. Так, что тут все вернулись? Подчинитесь немножко. Так, тут все уже, смотрите, две лычки. Красавчик, одним словом. Так, ну я думаю, наша армия готова уже выступать. Как вы считаете? Я вижу. Потому что деньги закончились у нас уже. И бункер нам разбили. Так, что мы делаем? Мы выдвигаемся все сюда. Правда, очень медленно. Хрен с вами. Так, я хотел сделать вот что. Подразделение потеряно. Вот так. На всякий случай, так сказать. Подразделение потеряно. Да, мы разбили стингеры, теперь мы можем туда спокойно заходить.
Блин, вот это просто перестрелка, эти эффекты, эти взрывы, ну это просто супер. Это просто супер. При поддержке авиации. Так, а что тут у нас? Хочу посмотреть. Разбили им центр снабжения. Ну все, это конец. Я считаю, что все это доминировано было благодаря авиации. Как-то так, ребятки. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч.